В каком именно турецком банке открывать счет – вопрос творческий, но лишь несколько банков действительно дают карты иностранцам. Для россиян это Денизбанк, Иш, Вакыф и Зираат. Для других иностранцев список подлиннее, но тоже невелик. Некоторые банки, заявляющие, что работают с приезжими, на самом деле заметно ограничивают для них список услуг. И помните, что в разных отделениях банков в Турции для разных людей могут быть разные условия, поэтому улыбайтесь и спрашивайте. В остальном выбирайте банк по тарифам, по отзывам, по близости отделений и банкоматов к вашему дому. Важно открыть счет именно в том отделении, в которое удобно добираться, потому что в другом отделении комиссии будут больше и условия другие. В Турции не любят обслуживать клиентов там, где они не открывали счета.